Привет всем, друзья! Если где-то у кого-то завалялся старый ненужный деревянный брусок, и вы не знаете, что с ним сделать, ни в коем случае его не выбрасывайте. В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками из него очень нужную самоделку. Брусок с двух сторон нужно отпилить. Размер и ширину бруска можно взять любой. Теперь понадобится маленькое сверло. С каждого края сбоку нужно просверлить по отверстию. Теперь сверло надо поменять с маленького на самое большое. Чтобы стол не испортить, подложу дощечку. По всей длине бруска сбоку надо просверлить множество отверстий с одинаковым интервалом друг от друга. Все заусенцы необходимо ножом срезать. В просверленные по бокам два маленьких отверстия нужно вкрутить не до конца саморезы. Самоделка готова, пришло время ее прикрутить к стенке. Теперь понадобится куча отверток. В просверленные отверстия их нужно вставить. Как вы уже догадались, получился очень простой органайзер для отверток. Сделать его очень легко, а сколько пользы принесет, сами понимаете. Теперь все отвертки у вас будут на месте. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!